мимо КПО 50 сейчас резко тормозили, потому что водители засмотрелись на это огненное шоу. Здесь реально очень горячо. Мы с огромным удовольствием приветствуем здесь, на нашей ТВК-шной поляне, наших гостей. Это, итак, внимание, запоминайте. Евгений Пилипенко, руководитель Art Lab Vesp. Евгений сейчас тушит. Да, да. Евгений занимается тушением. Он руководитель, он сам ответственный, все правильно. Загореться. И Александр Чек. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Ну, пока тут у нас подходит, да, к концу все необходимые вещи, связанные с пожарной безопасностью. Расскажите, пожалуйста, вот вопрос у нас коллег. Сколько у вас расход горючего за выступление? Мере за десяток километров. Как это все считаете? Ну, обычно тратим примерно 4-5 литров керосина на канистр. Сегодня получилось чуть поменьше. У нас, можно сказать, сокращенная программа. А это называется вот прям фаер-шоу? Или вот были элементы еще фехтования? Все-таки что это в большей степени? Мы стараемся в фаер-шоу комбинировать различные искусства. То есть у нас каждый человек, помимо того, что умеет крутить, там, не знаю, базовые пои, занимается еще чем-нибудь. Каким-то видом жонглирования. Я, к примеру, фехтованием дополнительно занимаюсь. Кто-то, ну вот, как видите, ходит на ходулях и умеет выдавать огонь. Скажите, пожалуйста, вот у вас у всех есть прически, но когда вот это вот вы все делаете, вот как так, что волосы сохранять целые? Настоящие, можно это проверить? Но... Вроде настоящие. Часто бывает так, что подгорело чуть-чуть? Бывает, да, что немножко поджигаешься, там, не знаю, чаще всего страдают волосы здесь, да, на руках, иногда на голове, ну, просто это уже такое привычное дело, ничего страшного в этом нету. Вы сколько уже занимаетесь этим? То есть у вас же все основные травмы позади, получается, сейчас уже не травмируетесь? Или все равно случается? Прямо больших травм нету давным-давно. Вот, кстати, у нас Евгений подошел. Да. Так, ребята, к нам присоединяются все участники этого шоу. Я, к сожалению, покидаю нашу беседу, увлекательную. Самые горячие новости. Пора отправляться готовить новости. Спросите, пожалуйста, почему у ребят такие костюмы черные, мрачные, они, например, не смешарики? Мы обязательно спросим. Хорошо, ребят, спасибо. Почему у вас такие костюмы черные, мрачные, а например, не смешарики? Я думаю, что Роман мог бы и сам ответить на этот вопрос. Просто, видимо, требует стилистика. Ну, конечно, да. Черный костюм такой... брутальный, можно пафосный, сказать. Крутой, все дела. Кто занимался разработкой, вот, дизайнер? Вы сами все это тоже делаете? Или у вас есть какие-то девчонки помогают? И девчонки помогают? Да, есть девчонки, которые помогают. Но, в принципе, данный костюм у нас изначально был. Мы просто на нем остановились, так как он достаточно хорошо подходил к нашему шоу. Ребят, вот давайте еще вкратце напомним нашим зрителям. Арт-лаборатория Vesp. Вот что она в себя включает еще, кроме фаер-шоу? Потому что многие видели различные элементы, да? Вы приходили к нам, и многие видели не только у нас в эфирах. Давайте напомним, чем еще вы занимаетесь. Так, ну, мы вообще занимаемся полной организацией шоу. У нас различные шоу, то есть там световые картины, песочное, контактное жонглирование вот было, собственно, световое шоу, огненное шоу. В общем, много всего есть и много проектов различных, которые мы реализуем. Где вас найти можно? Ну, в интернете, например. Да, в интернете можно найти ВКонтакте, ссылки в Ютубе, собственно, видео. Какой запрос? Art Lab Vesp проще всего найти. Art Lab Vesp. Либо Art Лаборатория Vesp. Ну здорово. Спасибо большое, что подогрели такое достаточно прохладное летнее утро. Здесь реально горячо и жарко. Да, мы сейчас пока будем тушить все огоньки, которые у нас еще все горят. Ну а мы передаем слово Роману Богданову. Очередной выпуск новостей на ваших экранах.